Всем добрый день, мои дорогие. Я такая в очечках. В общем, жду девчонок. Сегодня у нас корпоративный мастер-класс. Участниц будет 7, я 8. В честь дня рождения одной из участниц. Перечень довольно-таки большой. Что же мы будем готовить? Такая интересная очка, да? Мидии запечем, мидии сделаем цезарь в съедобных тарелках, брускетту с тунцом, овощную фазенду каждая девочка поддержит, не то что поддержит, а попытается сделать свой взгляд, как же должны лежать овощи на тарелке. Это, кстати, очень увлекательная работа. Далее меринговый рулет на сладенькое, грибы с мясным фаршем в беконе, картофельные розочки на суде, все как у девчонок, салат из хрустящих баклажан, креветки в рисовом тесте, это очень вкусно, и рулет куриный, стандартный, классический. А бассейн 30 с лишним градусов. Не знаю, захотят купаться, пусть идут, плюхаются. В общем, у девчонок 5 часов раздолья и вкусной еды. У нас работа идет. Какая красота. Нравится? Очень. Ну, красиво вида уже. Да. Тимур, каждое блюдо. Да, вот посмотри, какая прелесть. Красота. И вот какая прелесть. Красота. Девчонки, закончился наш мастер-класс в честь дня рождения Клары. Ура! Днем рождения! Днем рождения! И вот такие вот у нас блюда. Салат «Цезарь» в съедобных тарелках, баклажаны хрустящие, салат из баклажанов. Дальше розочки картофельные, грибы с мясным фаршем под сыр на шубке, мидия запеченная. Вот такая вот тарелочка с креветками и с тунцом. Креветки в рисовом тесте. Далее пошли у нас рулеты. Рулет куриный стандартный, рулет треугольный сложный. Овощная фазента, вот такая вот у нас красота. 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 Будем дегустировать. Холодец 3D-желе и на сладенькое у нас меренговый рулет. Вау, девочки, все, приступаем, приступаем. Приятного аппетита! Днем рождения тебя, дорогая. Я знаю, что эта штука классная. Спасибо большое. А что там? Ура! 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 Шикарно, с днем рождения! С днем рождения, девчонки! Молодцы, что залезли. Жалко, что не все. Жалко, что не все. Девчонки, Карина, в магазинчик съездить. Карина, подсказывай. Да, подсказывай. Вот такой мужчины, вот такой мужчины. Вот такой ширины, вот такой глаз.